Первое. Я не говорил, что США представляют для нас угрозу. Вот президент Обама, как вы сказали, считает Россию угрозой. Я не думаю, что США для нас представляют угрозу. Я думаю, что политика правящих кругов, как, извините, употреблю такой штамп, политика правящих кругов, она является ошибочной. Уверен, что она противоречит и нашим интересам, подрывает доверие к Соединенным Штатам и в этом смысле наносит и Соединенным Штатам определенный ущерб. Подрывает к ним доверие как к одному из глобальных лидеров и в экономике, и в политике. Ну, можно, конечно, многие вещи замалчивать, но я же уже говорил об этом, и вот Доминик об этом вспоминал. Действия в одностороннем порядке и в последующем поиске союзников, создание коалиции после того, как все сделано. Но это ведь не способ договориться, правда? Это односторонние действия, и они применяются постоянно в текущей политике Соединенных Штатов. И приводят к кризисам.